Всем привет, вы находитесь на канале Пандусик, меня зовут Евгений, играем в Фазмофобию. Сегодня мы приехали на Уиллоу-стрит, играем на сложности 8x, даже чуть-чуть больше. Так, нам необходимо паранормальщина, сфоткать призрака, датчик движения, сфоткать призрака. Угу. Играем, получается, без улик, без нычек, без таблеток и что-то там может быть еще, и что еще, я не помню. Самое интересное, что у нас нет улик и нет нычек. Шкатулек. Хорошо. Шкатулка, это хорошо. Бежим Светку искать. Светка в гараже, отлично. Отлично. Так, кость может быть где-то поблизости. Чтобы не в подвал не спускаться. И призрак желательно, чтобы тоже был не в подвале. Здесь гляну. Здесь, кажется, нет. Так, ну чё, призрак, взаимодействие будешь делать? Тишина. Костяшечка! Костяшечка, ты где, Костяшечка? Так, косточка нашлась. Ой, что чихнуть так хочется. Ой, что ой, простите, пожалуйста. Хрюкнула вам в микрофон. Призрак в подвале, да? Угу. Держу в курсе, блядь. Да, пойдем в подвал. Что делать? Что поделать? Пойдем в подвал. Ну чё? Где ты есть-то? Чё везде такая теплынь-то? Я уже даже не помню, где у нас там 10 градусов хотя бы было. Призрак не в подвале. Не, печально, что я не могу найти долго комнату призрака, но меня радует, что он не в подвале. Потому что все-таки там двадцатка. Надо, короче, идти искать, где у нас десяточка была. Может быть, в прихожей вообще? В гостиной, типа. Типа в гостиной. 18. Фазма! А, Фазма, ты мне призрака не завезла? Ну вот, 13 уже, 14. Гараж чё? Гараж тепло. А, в гараже десятка. Призрака сфоткали. Ты давай-давай долго мне гастушку не давай, мне еще рассудок нужен. Ничего не понятно, но очень интересно. Ну, 13 в гараже. 11. Типа ты как будто поблизости, да, уже? Уже близко, как будто бы я. Короче, ладно. Еще раз вот в эту комнату забегу. Все. Я считаю, что он где-то вот здесь, где-то здесь, в районе вот кухня, холл. Что-то где-то здесь. Пойдем за вещами. А то мы так и проходим всю катку в поисках нужной температуры. Что мы можем сказать по поводу того, что у нас произошло? Что у нас не тень, вероятнее всего, и не фантом. Кстати, взаимодействий нет, но гастушку дал. А взаимодействий нет. Это что-то странное. Очень. Отлично. Так, ну пойдем огонек посмотрим и кину крестики. Паранормальщина. Ну все, датчик движения осталось. Движение или что там? Да, движение. Призрака сфоткали, хорошо. Можно насчет фотографии, в принципе, уже не заворачиваться. Не заворачиваться можно. Можно не заморачиваться. Опа, гараж все-таки. Все-таки гараж, серьезно. Это прискорбно. Прискорбно от того, что я здесь как бы мансю. Ну, значит, придется не мансить или как-то перемансивать. Огонек посмотрим. Блять, пугаешь меня, дед. Дед пердед. Как-нибудь вот на краешек сюда. Вот так поставлю. Так, ну что, давай кресты. Сюдой. И сюдой, наверное, не знаю. Так. Ну, не полтергейст хотя бы тоже. Я полтергейста бы тоже уже вычеркнула. Китков нет практически вообще. Че, соль, свечи? Стандартный набор.
Странно, что я не могла долго температуру найти. Может, хант сейчас какой-нибудь будет. Так, солька, солька, солька. Сюда тебе. И сюда тебе. А, датчики движения же еще надо. Кстати, сейчас на баншу сразу посмотрим. Не похоже. Я не знаю, это какой-то тихий призрак. Почему тихий, не понимаю. Я не понимаю, почему тихий. Давай сюда поставим. И вот сюда поставлю. Буду сидеть вот здесь вот сейчас. Но проверка должна состояться, поэтому да. Поэтому мы проверим. Кидаем все эти... благовошки и пойдем тусить с призраком. Странно, что взаимодействия нет. Удивительно. Хотя призрак, ну, хотя понятно, что это не тень. Ранний гост, как бы. И ежу, понятно. Так, все, мы взяли все, что нам необходимо, да? Ой, соль. Ну, давай соль, ладно, так и быть. Пускай будет соль. Показалось, как будто... У меня же... Я же МПшку не брала, а захожу в дом, и мне кажется, что пискнула МПшка. Так, свечи поджигаем. По соли не походил пока. Все, и пойдем... Посидим чуть-чуть вот здесь. Посмотрим на перемещение призрака. Будут ли они вообще? Ты меня щиток рубанул? Джина минус получается. Хочется и туда смотреть еще. Так, ну давай Джина вычеркивать. Ну, окей. Опа, две свечки одновременно потухли. Трогает щиток. О чем-то я сейчас подумала, о чем подумала? Так, в сольку наступил. Не мираж. На меня пофигу ему, смотрите. Даже не подходит. Ну, то есть по шагам не идет в мою сторону вообще. Что здесь датчик? А, здесь датчик тоже срабатывает, кайфушки. Не мираж. Оп. О. Пришел. И пошел назад. Так. Так. А ну-ка, давай прям вот сюда я тебе положу, прям. Прям по пути ко мне. А ну-ка, давай еще раз. Ты на кухню, что ли, переехал? Обратно пошел. Так интересно. Ну, смотри, выходит уже далеко. Там. Блин, кстати, соль вообще тоже классно помогает понимать расположение призрака. Место... Местоположение призрака. Он достаточно продолжительное время после наступания в соль топает. И мы слышим, куда он идет. Трогает опять крышку щитка. Зажгу свечи. Вот как-то один раз ко мне пришел, и как-то пока непонятно. Опять вырубает. Тебе больше взаимодействовать нечем. Не с чем, не с чем. Что ты свет вырубаешь мне?
все, и начал свет моргать. Все, и до конца катки будет теперь моргать. Блин, можно было бы сейчас на правильном постоять. Ты просто так стоил. Но вот этот выход сюда был очень подозрительным. И больше ведь он не выходит. Угу. А второй не сработал? А чё это? Ну давай не так, давай... Подошёл ко мне. Смотри, он опять ко мне подошёл. Бля, это банш, что ли? Пойду-ка я направленный возьму. Что-то от меня терзают сомнения по поводу того, что он выходит и обратно уходит. Это очень похоже на банши. У нас не фантом, мы уже убедились, он есть на фотографии. Ну-ка, давайте послушаем. Сейчас я послушаю, на датчиках постою. Опять Светку вырубил. Хватит вырубать Светку, заколебал уже, бедная Светка. Ну, если это... Банши, то какой-то он крайне спокойный. Вот так вот стоим. Все, здесь ты точно не пройдешь мимо датчика, чтобы пройти ко мне. Во-во-во. Ну точно банши, смотри, пришел. Сейчас охоту как начнет во мне. Получается банши. Так, да давай иди отсюда. Стоит возле меня, не уходит. Не страшно. Можно немножко... задержаться и прям выпросить крик. Для большей уверенности. Все, пошел назад. Долго стоял со мной, смотри. Это третий приход уже, кстати. Почти уже, я на 100% почти уверена, что это башня. Опять пришел. Ну все, ну смотрите, что творит. Давай кричи. Давай кричи, чтобы видео интереснее получилось. Какая прелесть. И входит, и выходит, и входит, и выходит. Это красиво. Интересно, а если еще дальше поставить датчики движения? И дальше придет? Гляну по температуре. Немножко хочу убедиться, что комната призрака там. Ну да, все нормуль. Все нормуль. Комната здесь. Ну-ка, давай, давай. Мне прям интересно наблюдать за твоим поведением. Так, ты сюда идешь или туда идешь? Далековато, наверное, я стою от комнаты. Ну, от призрака как далековато. Ну, приходит ко мне, может, покричит. Во! Какая прелесть! Ты моя лапа! Все, мы все сделали! Мы определили с вами баншушку просто на ура. Что мы сейчас делаем? Давайте сломаем эту, вот эту штучку. Слышь, давай вот без этого. Пойдем помансим вокруг машины. Че, дедулек? За зёб у меня укусить хочешь, да? Хренушки тебе. Пошли, белом танце кружиться. Прекрасная. Прекрасная каточка, я считаю. И по датчикам движения банши определили. И покричал в микрофон. Где ты есть-то, не вижу тебя. Чё, теряешь меня из виду, да? Бедняжка. Какой-то низенький ты, головы твои не видно. Да ладно, иди сюда. Шоп.
Он ушел, но он обещал вернуться. Не буду вообще заморачиваться насчет фоток. Что есть, то есть. Призрака сфоткали, и ладно. Все, поехали. Крестики ждать, вот это вот все, это очень долго. Так что, да. Поедем. Пиу. В машине нет благовоши, поэтому пиу сделали в дом прям. Чудесное. Чудесное завершение. Можно было, конечно, соль зафоткать. Дай бог с ней. $5 этих. Сегодня как-то у меня не стоит на идеальное расследование. Я довольна тем, что крик Банши услышали. Чудесно. Спасибо всем, кто посмотрел. Пишите комментарии, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосики и стримы. Всех обнимаю. Всем пока-пока.